По делу пограничника Владислава Челоха началась психологическая экспертиза. Об этом сегодня в кулуарах Сената сообщил министр внутренних дел Калмухамбет Касымов. Также в настоящее время проводится баллистическая экспертиза. Когда будут результаты, главный полицейский не пояснил, добавив лишь, что дело ведет спецпрокуратура и все вопросы нужно адресовывать ей. Прокуроры же вместе с иностранными специалистами проводят процедуру опознания останков тел трех солдат, погибших на заставе Аркан-Кирген. Что же касается других инцидентов, Касымов отрицает причастность своих подчиненных к скандалу во время единого национального тестирования, хотя за обыски выпускников и наказали шестерых полицейских. Как пояснил министр, досмотр проводили представители Минобразования и работники неких охранных структур, приглашенных приемной комиссии. По закону мы не имеем права обыскивать. И когда мы проводили служебное расследование, наши полицейские в обысках не участвовали. Но за то, что они допустили, что обыскивали, мы ряд сотрудников наказали. Некоторых освободили, некоторые получили выговора, взыскания.